Ну вот, прошла еще одна неделя, и, как я и говорил в прошлом своем влоге, сегодня влог будет из другой сельской местности, из села Шуйское. Приехали мы к моей матери. Ну и что, вот, кончилось бабье лето. Началась настоящая осень, идет мелкий дождь. Не знаю, копать тут уже много вскопано у нее огорода. Там осталось пару грядок, она сказала, может, и не надо сегодня копать, потому что очень сырая земля, она не хочет, чтобы она еще больше ее, значит, спрессовала дождем, если мы вскопаем. Вот, надо будет, видите, сзади меня, может, кто помнит, мы собирали этот парник весной. Вот сегодня его надо разобрать и внутри его там вскопать. Вот это точно надо будет сделать. Потом, может, кое-где травку покосить и еще там в двух местах покопать. Ну, в общем, работа предстоит сегодня. На целый день, наверное. Ну, погода вот... Погода нелетная. Хоть я взял с собой квадрокоптер, но не знаю. Наверное, я его запускать сегодня не буду. Если я не буду сегодня запускать квадрокоптер, то у меня есть насчет квадрокоптера другая мысль. Пока ее не буду озвучивать. В конце влога, если, значит, ничего здесь не полетаем, то я, значит, расскажу, что я задумал. Ну, все, сейчас начнем работать. Сегодня у нас... Какое сегодня у нас число-то? 29 сентября. Вот, скоро октябрь. Все, влог начался. Ну вот, первое задание выполнено. Вот в таком виде эта теплица. Или парник. Все время путаю. Останется на зиму. Посмотрите, какая сырость. Сырость у нас здесь сегодня. Вот в грядках, видите, стоит вода. Поэтому, наверное, сегодня копать у нас не получится. Есть еще другие дела. Сейчас будем... Кстати, эту теплицу сейчас надо будет там внутри вскопать. Там нет воды. Итак, значит, парничок мною вскопан. Все, убрали мы парник. Вскопали. Дождь. Сейчас пока моросит, но похоже, что скоро ливанет посильнее. И, скорее всего, не буду я запускать сегодня квадрокоптер. Сделаю я насчет полетов то, что я давно уже хотел. Наверное, сейчас вам скажу. В общем, наступает октябрь, а в октябре прошлого года я как раз купил себе Mavic, этот квадрокоптер. И, значит, получается юбилей, год использования мною квадрокоптера. И я, наверное, в этот ролик вставлю такую небольшую часть, выберу самые удачные кадры, снятые моим квадрокоптером за год, смонтирую их с какой-нибудь музыкой, и будет мне такой вот ролик полетов за год. Ну, а еще, наверное, сейчас поработаем. Тут надо, сейчас, не знаю, если дождь не разгуляется пока, последнее, за час хотя бы, который еще можно поработать. Может, тут покосим травку и еще, может, пару грядочек скопаем. В принципе, можно дождевик будет одеть. Вот такие дела. Вот так вот заканчиваем мы дачный сезон здесь, в селе Шуйское. Ну вот, пришло время обеда, значит. Сейчас мы покушали. Немножко отдохнули, будем продолжать сейчас работать. Сзади меня вот грядочка есть, сейчас ее надо вскопать. И еще кое-где мать попросила покосить. И, наверное, на этом будет работа закончена. А, ну вечером пойдем в баню. Вон банька сзади меня стоит. Кстати, погода вроде... Я думал, сейчас ливень будет, а так и нет дождя. Я еще, значит, не решил насчет квадрокоптера. Может быть, все-таки еще и запустим. В общем, пока думаю на эту тему. Надо бы, конечно, закончить работу, а потом уже, значит, заниматься развлечениями насчет квадрика. Так что еще поработаем. Ну что, вот и Маргарита вам привет передает. Сегодня я еще не снимал, некогда было. Вроде как мы работу закончили. И даже запустили квадрокоптер. Вот я сделаю так, что после этой сцены вы посмотрите, как мы тут летали. Такой, ну, небольшой прощальный такой кружочек. Попрощался я с Шуйской осенью. Вот. Все мы здесь копали. Травку я покосил. Рита тут цветочки посадила. Не знаю, видел, будет там видно с квадрокоптера или нет. Мать вроде баньку топит. Вечером в баню пойдем. И на этом, наверное, дачный сезон наш будет закончен. Следующие выходные или через выходные. Мать еще не решила. Надо ее будет просто отсюда забрать с ее урожаем и отвезти ее в Вологду. Вот, а теперь мы, значит, будем отдыхать после праведных трудов.
так скажем. Будем отдыхать. Ну вот, наверное, сейчас я буду уже заканчивать этот свой влог. Наверное, у меня будет коротенький получится. Потому что было много работы, и надо было все это сделать. Вот. Когда выйдет следующий влог, ребята, я не знаю. Потому что если мы будем отсюда в выходные забирать мать, тут снимать будет некогда. Мы приедем на машине сюда, из Вологды, закажем машину. Там с Ритой в нее сядем. Газель. Газель, фермер, мы обычно заказываем. Здесь быстренько покидаем, значит, весь урожай, и мать заберем, и поедем обратно в Вологду, и там обычно быстренько опять все это надо будет на четвертый этаж затащить, лишь бы работал лифт, вот, лишь бы он не сломался. Так что, когда будет следующий влог, я не знаю, может быть, значит, если в следующие выходные мы займемся перевозкой матери, то, может быть, я вместо влога как раз и сделаю такой ролик, лучшие мои кадры с воздуха в течение года, что я наснимал на квадрокоптер. Может, вместо влога выйдет вот такой ролик. Ну, а на сегодня все. Всем пока. До следующих встреч. Всем пока.